Да, болеем. Получше? Получше. Слушай. Мёд на краю выносит. Ваня идет третий с конца. Всего участников сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Вот он наш Ваня номер два, приближается. У-ху! Ваня, давай! Ну ничего, он так хорошо идет, в принципе, в целом, неплохо. Ну тут все хорошо идут, если честно, аутсайдеров нет. Ну скажи, как тебе нравится, как Ваня гоняет? Ваня сегодня показывает не лучшие результаты. Ага, смешки. Но я думаю, что для первого раза все хорошо. Ага. И в следующий раз все будет намного лучше, качественнее. Ну ты что, болеешь за него, поддерживаешь? Я, конечно, и болею, и поддерживаю, и морально, и физически. Как могу, да, называется? Четвертьфинал закончился. Ну что, Вань, ты предпоследний. Как ощущения? Предпоследний. Сначала ты шел предпоследний, потом тебя все-таки тот сделал, номер, по-моему, 10-й. А что, за меньше будешь это будешь? Ну, он же будешь бороль. Итак, Ваня сейчас у нас едет под номером 17. И он уже даже не последний, не предпоследний, а предпредпоследний. Ваня, давай! Слушай, ну Ваньку сделай. Как так? Неужели так сложно? Итак, финиш. А там чувак классно сделал. Вот он наш Ваня. Каким он пришел-то? Так я не знаю. Третьим с конца. Нет, четвертым с конца. Вот еще один, самый последний. Наш Ваня пришел с четвертым конца. Динара. Ура, ура. Ты чувствуешь? Это все потому, что ты хорошо болела. Ура! Ванька, ты супер вообще. Ты четвертый с конца уже. Вообще офигеть. Да. Ты хоть видел, что за тобой там люди? Да. Ну, наконец-то. Ну, ты так хорошо их сделал, так это четко. Да-да-да. Йоу. Замучены? Вообще. Я последний поворот уже просто скользил. Не, круто. Остался один заезд на 10 кругов, Ваня, все. И победа наша. За посуды. За посуды, да, и за посуды точно. На этом месте надо сказать: мама, привет. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory.